Вот смотрите внимательно. Человек пришел учиться. Он просто взял разряженный ствол. И он против него сработал. Смотрите внимательно. Вот это элемент очень интересный и очень серьезный. К нему надо относиться очень серьезно. А теперь смотрите разницу. Это психологический, есть такое понятие, психологический отбор. Мы сделаем раз. Да, мы рискуем. Сначала мы ставим на вариант задержки. Но потом патроники. И то же самое происходит, даже еще лучше, если человек психологически готов. А теперь смотрите внимательно. Все то же самое, но пуля может быть во мне. Логично? Вот так учат спокойно.